может быть, сейчас я буду под гипнозом вести до конца весь этот видос? Это анаконда. Это линия. Улетел. Just do it! Not to do impossible! Hey, hey! Hey, yeah! Hey, yeah! Привет! Меня зовут Поззи. Сегодня мы вместе с вами посмотрим на самые странные сайты в интернете. Если честно, я даже не подозревал, что такие сайты существуют. Ниндзя Флекс сайт. Бесконечная лошадка. Что показывает этот палец? И другие достаточно странные сайты. Поставь лайк под этим видосиком. Подпишись на канал, если ты еще не подписан. И досмотри этот ролик до конца, потому что он будет безумно интересным. Итак, первый сайт, который я хотел бы вам показать, называется «Бесконечная лошадь». Один из самых странных веб-сайтов. Отличное описание для этого сайта. Что ж, давайте мы с вами кликнем на него. Оу, смотрите-ка, тут у нас нарисована лошадка. И если мы с вами будем крутить колесико вниз, то... Да ладно! Сайт бесконечно подгружается, смотрите! Я не могу ползунок до самого конца опустить. Что происходит? У этой лошади супер огромные ноги! Лошадь-пришелец летает в космосе с огромными ногами. Скоро в кинотеатрах. Смотрите, сайт называется What the Finger. Оу! Что он только что показал? Стоп, так я могу сам двигать мышкой. И когда я двигаю мышкой, он перемещает пальцы. Ну, вот такой вот прикольный сайтецкий. На самом деле он показывает пистолетик, типа такой. Пау-пау. Похороните меня с моими деньгами. Я боюсь сюда кликать, но мне придется. Так, упал человечек. И появилась надпись. Burn me with my money. Все? Серьезно? О, еще один человечек падает. Нет! Зачем вы это делаете? Money. И опять та же самая надпись. Так. Нет, 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 я его спасу! Я успел его спасти! Фу, я закрыл сайт. О май гад. Я на охране пиксельных человечков. Ужасно гипнотический веб-сайт. Cross Divisions. Оу, гипнотический сайт. Ладно, давайте мы с вами кликнем. Может быть, сейчас я буду под гипнозом вести до конца весь этот видос? Так, гипнотический сайт. Оу. Ну, пока что меня это никак не загипнотизировало. Поставь лайк под этим видео. Поставь лайк под этим видео. Ты должен поставить лайк. О, божечки! Да, это безумно залипательно. На самом деле, на этом сайте эти фигуры будут перемещаться бесконечно. Вы будете всегда смотреть в недры этого сайта. Что скрывается в этой темноте? Кто знает? О, нет, 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 нет. Это безумно залипательный сайт, но с меня хватит. Двигайся сейчас, подумай позже. Гигантская шашечная доска, на которой фигуры движутся сами по себе. И вы не можете их контролировать. Отличный пример сайта, который на самом деле обязательно должен быть в интернете. Чего в интернете только не бывает. Оу, оу, оу. У них уже началась игра. Какая команда выиграет, белые или черные? Мне кажется, что вполне могут выиграть белые шашки, потому что они пока что в большинстве. Хотя, возможно, сейчас вся игра перевернется. О май гад! Так, на равных играют. Нет! Они проигрывают! Они сейчас дойдут до дамки! Только не это! Давайте, поторопитесь, поторопитесь! Сделайте это! Нет, все, у них появились дамки. О, да, они проиграли. Шашки заново расставляются. И я просто обожаю играть в шашки, ребята, честное слово. В любую свободную минутку люблю нагружать свой мозг. Пчелы-пчелы. Да, вот так и называется сайт. Оп, сайт уже не работает. Видимо, его уже выставили на продажу из-за того, что он был супер популярным. Так, что я здесь еще не видел? Оу, утки. Так, все, давайте мы с вами посмотрим на уток. Утки тоже не работают, как это понимать? Ладно, тихое место. Если вы проводите слишком много времени, сидя за столом и глядя в экран компьютера, то этот веб-сайт, безусловно, будет вам хорошо оценен. Очень странный перевод. Прошу прощения, я пользуюсь Google переводчиком. Это просто пустая страница веб-сайта. Я правильно понимаю? Здесь абсолютно ничего не будет происходить. Белый лист. Стелс-лодки. Сайт, посвященный изображениям малозаметных лодок. Вы представляете, ведь действительно у кого-то есть такое хобби. Коллекционировать картинки или же фотографии со стелс-лодками. Ты находишься на бесплатном ресурсе стелс-лодок картинок. А где стелс-лодки? А, я понял. Меня затроллили. Их здесь нет. Правильно понимаю? Нажми на картинку. Здесь нет картинок лодок! Меня обманули! Да, может показаться, что там ничего нет, но могу вас заверить, что они такие скрытные. Их очень трудно увидеть. Понятно, нас затроллили. Еще один странный и бессмысленный сайт. Называется Ninja Flex. Ну, в общем, открываем с вами этот сайт и смотрите. Когда мы с вами наводим мышкой на ниндзю, тут появляется надпись Ninja. А когда наводим с вами мышкой на кулачок, появляется Flex. Ninja Flex. Ninja Flex.
флекс, нинджа флекс, нинджа флекс, нинджа флекс, нинджа флекс, нинджа флекс. Да, вот такой вот странный сайт. А, в общем-то, он состоит буквально из двух гивок. Но домен у сайта очень крутой. Ninja Flex. Я бы по таким доменам продавал бы различные атрибуты для ниндзя. Следующий сайт называется Зарисовка. Вы наверняка видели этот сайт. Вероятнее всего, он даже был у меня в каком-то из видео. Наша задача сделать так, чтобы нейросеть угадала, какой рисунок мы с вами нарисовали. Может ли нейронная сеть научиться распознавать рисунки? Да, конечно, может. Нарисуйте этот предмет. Кисточка для рисования. А, окей, так, это палка, так, а это кисточка. Это спички? Нет, это не спички, это кисточка. Это просто кисточка для рисования. Вот здесь типа красочки. Это кисточка для рисования. Да, она угадала. Нарисуйте парашют. О, ну это будет слишком просто. Хоба. Хоба. Типа как летающая тарелка. Это парашют. Змея. Сейчас я вам такую змею здесь нарисую. Так, 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 так. Это линия. Это змеюка. Или садовый шланг. Это кобра. Это анаконда. Это линия. Охраняющее сокровище. Мы типа язычок нарисовали, глаз сделали. Э-э-э! Давай, угадывай! Увы, у меня нет никаких идей. Это змея! Это просто шикарная змея! Как ты не угадала? Не удалось связаться с сервером. Все, мы с вами сломали этот сайт. Он даже не может угадать змею. Ну, похоже же. А, ладно, чего я оправдываюсь? Я просто плохо нарисовал змею. Нарисуйте горох. Это консервная банка с горохом. Это уличный фонарь. Уличный фонарь, нет, это консервная банка с горохом. Или мобильный телефон. Это много гороха. Очень много гороха. Светофор, нет, это горох. Перебирай до конца все варианты, осталось 2 секунды. Да почему она не угадывает? Так, забор. Для начала нам нужно с вами сделать деревяшку. Или раз, фонарь. Два. Или небоскреб. Небоскреб? Это где ты видела забор? Небоскреб? Да, это забор, состоящий из 3 деревяшек. Фруктовый лед. Окей, нам нужно с вами нарисовать стаканчик необычной формы. Или вот небоскреб. Примерно вот такой. Вот так, сюда мы или с вами добавляем немного жидкости, а сюда мы с вами вставляем трубочку. Даже не догадываюсь. О, да! Это бассейн. Да, конечно, бассейн с трубочкой, блин! Нейронная сеть верно угадала, что изображено на 3 из ваших рисунков. Но на остальных 3 рисунках она распознала другие предметы. Так, ладно, нажмем на горох. А, нейронная сеть приняла ваш рисунок за другие предметы. А, вот так вот нужно было нарисовать горох. Окей. Я почему-то подумал о консервной банке с горохом. Какой-нибудь бандюэль! Так, а что она подумала по поводу фруктового льда? А, фруктовый лед это типа как мороженое. Я думал, что фруктовый лед это напиток в кинотеатре. Но вы наверняка видели этот автомат, где перемешивается фруктовый лед, и вы пьете его через трубочку. Я не сошел с ума. Кто знает, тот понял. И ей не понравилась змея. Я же нарисовал вполне похоже. Ну вот эта змеюка похожа на мою. Это вообще непонятно на что похоже. Это какой-то толстый носок. Сайт с кошечками. Подпрыгивающие котики. Этот сайт так и называется. В общем, котики просто прыгают на этом сайте. Вы можете сейчас наблюдать за полетом в стратосферу этого котика. Смотрите. Воу! Он улетел за пределы сайта, за пределы вселенной, за пределы галактики. Какие забавные котики. О! Я могу подкидывать котиков. Ха! Они начинают пружинить по всему сайту. Алибиберчи! Так, я тебя поймал. Сейчас ты еще раз полетишь на этом батуте. Раз, два, три. Полетел! Хо-хо-хо! Нифига себе, он запульнулся. А другие котики куда-то исчезли. Улетел. Наводите указатель мыши на круг, и он разделится на 2, затем на 4, затем на 8 и так далее, пока вы не сойдете с ума и не захотите рвать волосы. Отличное описание для сайта. Я, конечно же, должен на него зайти. Я же хочу лишиться своих волос. Опа, их 4. Один разделился тоже на 4. Так, все, они сейчас все делятся по 4. Хоба, еще на 4. Ну, ребята, я думаю, что мы с вами просто обязаны заполнить весь этот сайт. Хотя мне кажется, что за пределы этого куба шарики не смогут удваиваться. О, вы посмотрите. Смотрите, они уже просто микропипеточные пошли. Я просто вожу сейчас мышкой по одному месту. Они почти исчезли. Тут же какой-то портрет вырисовывается. Мне теперь стало безумно интересно. Это похоже на какой-то нос и подбородок какой-то. А, это куала! Я уважаю куал. Она пушистая, у нее огромные уши. Она вообще не парится. Небольшой мотивационный сайт, который расскажет вам о повседневных делах. О, мотивации мне как раз таки не хватает. Когда я просыпаюсь, я обычно просто 2 часа вдупляю в телефон. Нет, так нельзя. Давайте с вами замотивируемся! Хаслин! Оу, теперь начинает
меняться цвет, когда мы с вами наводим на эту надпись, и больше надписи не появляется. Вот так мотивация, вау! Сайт, меняющий цвет! Такого я точно никогда не видел, нет! Я бы здесь написал 1000 различных фраз Шайа Лабафа, типа «Just do it! Not to do impossible! You can do it!» Ох, какой же это старый мем. Скупая слеза ностальгии. Мужчина поет. Довольно захватывающие часы. Немен поет под минусовки многих ваших любимых песен. Это чувак из мемов. Оу, как же странно сайт называется. Hey.com. Здравствуйте, я слышал, что вы разработчик сайта. Да, я разработал популярный сайт. А как он называется? Он называется Hey.com. А, он не загружается, все понятно. Падение. Меня действительно тошнит от этого сайта. Музыка на заднем плане в сочетании с движущейся графикой действительно заставляет вас чувствовать, что вы падаете в бесконечность. Вначале посмотрите вот на эту картинку, ровно в центр. Я вот здесь кружочек маленький сделал. Смотрите долго. Долго. Вместе со мной. Вот буквально 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5... Четыре. А теперь закрывайте глаза. Оу, слушайте, у меня на самом деле даже башка слегка завалила. Ладно, нет, не стоит этого делать. Есть такое неприятное ощущение в животе, как будто ты падаешь в пропасть. Посетите республику манго и насладитесь парящим в небе манго. Очень странно. Зачем создавать такой сайт, где просто манго? Вау, у этого манго 76 тысяч лайков. Да это манго популярно. Так, а если кликнуть на него, ничего не происходит. Это, кстати, неспелая манго. Ну, точнее как, недозрелая. Вы посмотрите на него. Оно зеленое, зелено-красное. Манго должно быть вот такое, прям желтое. Кушать манго по утрам полезно. Оно всегда поднимает настроение. Оно должно быть оранжевое, а не такое вот, вот зеленое. Что это такое вообще? Это не манго, это какой-то фрукт. Я не знаю, что это за фрукт. Все, я ухожу с этого сайта. RGB сайт. Оу, ничего себе. Я навожу на какой-то цвет, и меняется цвет всего сайта. Так, ну да, это прикольно. Вот такой вот очень необычный сайт. Можно устраивать вечеринку у себя дома. Спрятаться где-нибудь под одеялом, включить свой телефон, открыть сайт RGBBB и делать вот так. Такое количество странных сайтов я еще никогда в своей жизни не видел. Сайт называется Куропатка. Алан Партридж. Легенда здесь, в Великобритании. Просто гениально. Воу, этот чувак знает, как отжигать. Давай, давай. Играя на невидимой гитаре. Вы представляете, кому-то пришло в голову сделать подобный сайт, где просто танцующий мужик, который играет на невидимой гитаре. Оу май гад. Сайт, который так много обещает, но дает очень мало. Хотя очень забавно. Zomba.com. Welcome to Zomba.com. This is Zomba.com. Что? Welcome. Добро пожаловать на Zomba.com. Ты можешь делать что угодно на Zomba.com. Все, что угодно. Ты ограничен только своим сознанием. Звучит, как будто это реклама какого-то продукта из телевизора. В общем, абсолютно бессмысленный сайт, где абсолютно ничего не происходит. Типа идет какая-то бесконечная загрузка. Прикольный домен. Если бы он занял домен зомби.com, о май гад. Гипно-жаба. Плагин Adobe Flash Player больше не поддерживается. Помянем этот сайт. Сайт, где трое одинаковых парней, которые по очереди говорят три слова на французском языке. Интересно это будет послушать. Уэ. Ух ты! Нифига себе, как это громко. Уэ. Мэ бон. Уэ, мэ бо. Уэ. Бон. Уэ. Бон. Уэ. 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 Фу! Нет, мне срочно нужно уходить отсюда. Самое красивое место в интернете. О, это звучит так многообещающе. Хороший сайт, где много хороших людей машут вам руками. Все очень красиво и цивилизованно, в отличие от реальной жизни. Это сайт для каких-то очень грустных людей. И он не работает. Больше это не самое красивое место в интернете. А вот если вы подпишетесь на мой канал и поставите лайк под этим видосом, MapCrunch. Путешествуйте по миру в отдаленные уголки одним щелчком мыши. Кто знает эти места? Нажмите на кнопку пуск, и вы попадете на случайные виды улиц по всему миру. Ну что ж, сейчас я отправлюсь наконец-таки в Новую Зеландию. Оу, где это я сейчас нахожусь? Вау, смотрите, там вдалеке какой-то замок. Это Шотландия?
Новая Зеландия? Или, может быть, это... А, это Италия! Давай дальше. Не знаю, что это за место, но здесь очень красивые пушистые облака. На самом деле, напоминает просто какую-то далекую деревню. Ну, а тут справа кусты. Да, действительно, безумно красивые виды. Просто вау! Так, давай дальше сразу. Санта-Фе. Ну, опять какое-то поле. Что это там? Это НЛО? Нет, это облако. И прикиньте, вы вот так вот смотрите на все эти картинки и видите воздушного кальмара! Воздушные кальмары существуют! Так, ну, впрочем, тут едет какая-то машина. И тут слева и справа просто поля. Но это не самые красивые места, которые можно было бы запихнуть на этот сайт. Хотя вот посмотрите на эти микропальмы. Это же микропальмы, да? Или это супер огромный ананас? Да, это просто что-то непонятное. Где это находится? Это находится Лас-Вегас де Рамирес, Веракрус. Звучит как будто какое-то имя. Оу, там коровы. Коровы в джунглях. Опять пустыня. А, я когда смотрю на все эти виды, мне хочется пить. Кстати говоря, я в реальной жизни ездил вот по таким вот пустыням. Оу, это просто стройка. Там два мужика таких гуляют. Они даже не подозревают, что за ними ехала тачка, которая фотографировала их. Их лица замазаны. Какая у него классная футболка. И я опять в каких-то кустах. Оу, кстати, вот это выглядит красиво. Центральная Ютландия. Ютландия? Это похоже больше на Шотландию, а не на Ютландию. Что ж, да, на этом сайте можно надолго залипнуть. Когда что-то идет не так на работе или в любом другом аспекте вашей жизни, и вам хочется кричать во весь голос, тогда вы можете чувствовать себя в безопасности. Так, нажимаем с вами на кнопку и... Я не знаю, как это прокомментировать. Вы можете это использовать, когда не сдали экзамен или какую-нибудь контрольную. Нажимать на эту кнопку и... No! Либо можете записать мой голос и использовать его. No! Давайте я вам еще больше вариаций дам. No! No! Нет! Все, этого, я думаю, будет достаточно. Это очень странный веб-сайт для большинства людей. Но если вы любитель зомби, сторонник выживания зомби, зомби-выживальщик или просто фанат зомби, то вам понравится этот специальный сайт, знаком с зомби и социальной сети. О, нет, мне так страшно заходить на этот сайт. Оу, слушайте, я тут не вижу никакой социальной сети, знаком с зомби. Здесь все выглядит очень странно. Кормдоги.ком. Если вы не знаете, что такое кормдоги, то прогуглите. Это просто картинка с кормдогом. На самом деле, что-то мне подсказывает, что здесь большинство сайтов просто с картинкой, с какой-то статичной картинкой или гифкой. И в этих сайтах нет абсолютно никакого смысла. Электрический буги-вуги. Очень странный веб-сайт, который представляет собой просто анимированную версию бродвейского буги-вуги Мандриана. Если бы я знал, что это такое, то, возможно, бы я это понял. Просто пиксели перемещаются. Какой в этом смысл? Просто куча плохих анимированных собак-корги. Куча анимированных собак. Вы что думали, я шутил? О, а это босс-собака. Это наш второй собственный сайт, связанный с корндогами, перечисленный в этой статье. Корндоги его. Летающие корндоги. Что ж, я в принципе этого и ожидал. Очень странный веб-сайт с улыбающимся розовым кубиком. Оу, это просто розовый кубик, который смотрит прямо тебе в душу. Это демон интернета. Когда я не нахожу никакого экшона на сайте, моя фантазия просто начинает выплескиваться наружу. Ну что ж, давайте мы с вами откроем сайт, который называется 1111111111111.com. Это персонажи из Сейлор Муна, и им просто прифотошопили лицо Арнольда Шварценеггера. А это горилла, у которой микрофон. Она, видимо, дает концерт или стендап. Кто бы мог подумать, что если ты просто вбьешь в поиски в браузере 1111111111.com, ты попадешь вот на этот странный сайт. Это сайт по аренде автомобилей, но, знаете, он выполнен в такой стилистике, как будто я вернулся в 2000 год и открыл интернет. Как будто зашел на какой-то рандомный сайт. Куча наляпленных картинок друг на друга. Но сайт выглядит очень стильно, скажу я вам. Вау, опять 1000 песиков. Нифига себе. О, еще такая 8-битная музычка играет. Ребят, я еще один сайт нашел, который называется OG.com. Начинай свой день с апельсинового сока. Тут даже есть чей-то имейл и номер факса. А также тут расписано польза апельсинового сока по утрам. Мне бы начать сейчас свое утро с апельсинового сока. Я обычно просыпаюсь, пью бутылочку воды и такой...
Я живой. Дайте мне, пожалуйста, кто-нибудь кофе, чтобы я смог встать с кровати. Блин, я вот смотрю на этот сайт и думаю, выпить бы мне апельсинового сока, действительно. Я прям сейчас этим и займусь. Что ж, на этом ролик подходит к концу. Ставь лайк, подписывайся на канал, если ты хочешь апельсиновый сок. И посмотри вот эти два ролика. Я думаю, что они тебе понравятся. Спасибо, что досмотрел до конца. Реально огромный поклон. Увидимся с тобой. Ну а с вами был Пози, всем адьяс.